Саженцы земляники садовой, фрагария ананаса, вертикальная гряда помогают решить проблему дефицита площади. Ее плети спускаются вниз на 55 см. В сезон плодоношения в мае-июне они усыпаны цветами и созревающими ягодами. Крупные плоды конической формы ярко-красного цвета обладают высокими вкусовыми качествами. Они не касаются почвы, поэтому не портятся и не гниют. Ягоды все на виду, не надо наклоняться и выискивать их в листве. Декоративные качества этого растения также достаточно высоки. Спускающиеся земляничные усы могут стать оригинальным решением ландшафтного дизайна и стать украшением фасада или садовой беседки. Земляника садовая, вертикальная гряда – это многолетнее растение. Трава лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола земляника садовая, вертикальная гряда можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает земляника садовая, вертикальная гряда в месяц май, июнь. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Земляника садовая, вертикальная гряда имеет ранний срок созревания. Плоды земляники созревают в месяц июнь-май. Форма у плода коническая. Цвет плода красный. Вкус десертный, мякоть плотная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что земляника садовая, вертикальная гряда, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.